Все чудно, отлично. Расскажите, что вас волнует, что в жизни происходит, что в этом не нравится, что хотите вместо этого. Три таких вопроса насущных. Ну, что происходит, что несмотря на возраст, мне все равно хочется, чтобы рядом был мужчина теплый, ну, мой, можно сказать. Так. А где знакомиться, я особо не знаю. Тренинги проходила, это все хорошо, это классно. Вот когда надо было делать А какие упражнения, я их тренинги уже делала с проходили? успехом. Что? Какие тренинги уже проходили? Ну, например, Summer магия любви. Там надо было постоянно ходить в магазинах, просить мужчин знакомиться и так далее. Я все это делала, потому что надо. Но когда Так. заканчивался тренинг, я ничего подобного не делала, потому что страшно. И вот этот страх мне мешает. А хотите чего? Хочу научиться знакомиться с мужчинами, чтобы потом было из кого выбирать. Ну хорошо, это ваше желание. Будем к нему идти. Хорошо, тогда расслабьтесь, примите удобную позу. Глубоко вдохните, да, можно закрыть глаза, так проще. И представьте ситуацию, что вы подходите знакомиться к мужчине, и у вас возникает вот этот страх. Вот этот страх, он где? Где вы его ощущаете в теле? Он вот здесь, в груди, левой стороны, трепещет. Так. И немножко подходит к горлу. Ну, так, отлично. На что похож этот страх, это ощущение? Какого он цвета? Прозрачный, как будто бы из воды сделанный. А какого размера, объема? Объем занимает всю левую часть груди, ну, немножко больше, левая часть груди. Ну, в сантиметрах это где-то диаметром около 20 сантиметров, но это не шар. И края неровные, края. Ну, он дрожит, и поэтому все содержимое его дрожит, и поверхность дрожит. А из чего он состоит? Консистенция какая у него? Еще раз. Вода. Вода? Да, но она держится вот в куче. Она не растекается. Понятно. А Именно можете из воды. мысленно. Ага, можете мысленно вынуть этот образ из груди и расположить перед собой? Да, эта вода перестала дрожать, и она растеклась, как большая капля, и лежит вот в виде этой капли. Круглый. А скажите, а я тебя вижу. Как она реагирует на ваши слова, на ваше внимание? Из этой воды вылезло два глаза, как у краба, и смотрят на меня. Очень хорошо. А что они проявляют к вам? Вот это глаза, вот эти капли. Интерес и страх. Давайте скажем ей. А я не буду тебя пугать. В воде появилась улыбка. Отлично. А можете мысленно погладить вот эту каплю с водой и сказать: а я знаю, что ты хорошая. Я больше никогда не буду тебя пугать. Никогда не буду на тебя злиться. Эта вода превратилась в черного пушистого котенка, который ластится к руке. Отлично. Продолжайте его гладить, ласкать. Что с ним происходит? Мурлыкает. Мурлыкает. А давайте поэкспериментируем с этим котенком. Скажите ему такие слова. А я знаю, что ты не котенок.
Я знаю, что ты заколдованная девочка. Проявись, пожалуйста. Что произойдет? Девочка проявилась. Девочке года 4, она вся грязная в песке, и песок ест. И что делает? Песок ест. Песок ест. А вспомните, что с вами произошло в 4 года? Что за ситуация была? Первое, что приходит в голову. Я помню, что мы тогда жили в частном доме, когда мне было 4 года. Так. Я любила почему-то есть песок. Это действительно такое в жизни было. Мне об этом рассказывали. И когда я в очередной раз ела песок, мама это увидела, она наругала меня и шлёпнула. А как вы на это отреагировали? Я расплакалась. То, что она вас расплакалась. А можете вот эту вот девочку, которая ела песок, которую наругала мама, мысленно дать ей уверенность в себе, чтобы она сказала маме: мам, это мое дело, мне хочется это есть песок, и я выбираю его есть. Я буду делать то, что мне нравится. Как мама реагирует на такие слова девочки? Пожала плечами, развернулась и ушла. А как девочка себя чувствует? Продолжает есть песок. А давайте ей прям дадим наесться этого песка столько, сколько ей нужно вот в жизни. Пусть она его ест, 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 вот прям сколько ей нужно. Что произойдет тогда? Она гладит себя по животу и улыбается. Ну, отлично. Она довольна? Довольна. А чего она теперь хочет? На ручки. Возьмите ее на ручки. Взяла. Она взяла Скажите. Меня за шею. Отлично. Скажите ей такие слова. Ты это я, а я это ты. Я из тебя выросла. Я дам всю любовь, которая тебе необходима. Я буду для тебя мамой. Я буду для тебя папой. Я дам всю любовь и внимание. Всю заботу и ласку. Все, что тебе необходимо. Как она реагирует на эти слова? Прижалась еще больше. Скажите, я никогда не буду тебя жалеть. Я буду тебя любить, я буду о тебе заботиться. И чтобы я могла больше о тебе заботиться, я приглашаю тебя внутрь меня. Ведь ты это я это ты. И мы с тобой одно целое. И пригласите ее внутрь своего тела. Пусть она войдет в него, как душа входит в тело. Какие ощущения у вас при этом? В груди и в животе тепло. Так, хорошо. Так, а вот эта первая девочка, она тоже исчезла? Или она еще есть? А какая первая девочка? Все. Там же была трансформация. Все. Была. Все, 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 все. Я на всякий случай уточнил. Все хорошо. Как себя теперь чувствуете? Я не могу сказать уверенно, это скорее самодостаточно. Так, тоже хорошее слово. Давайте опять ситуацию вот эту вспомним. Вы увидите мужчину, который вам нравится. Вы хотите с ним познакомиться. Ваши действия, как вы при этом себя чувствуете, что вы ощущаете? Намного проще, так легкое сердцебиение еще осталось. А в принципе подойти заговорить могу. Так, а сердцебиение это хорошее, плохое, как оно вами ощущается? Волнительное. Волнительное. Это приятное волнение или нет? Вот в чем вопрос.
Оно вполне может быть приятным, вот это волнение перед чем-то новым, необычным. Вот почувствуйте. Скорее всего, это как Колесов говорил в касте страх мажор. Мандраже. Мандраже, страх, мандраж. Когда он перед чем-то новым, да, интересным, значит, туда стоит идти, там самое вкусное, самое классное, самое здоровское. Ясно. Как вам такое состояние нравится? Ну, в общем, да. Давайте еще раз вот эту ситуацию представим. Вот молодой человек, мужчина, не молодой, может, вам, я не знаю, какие вам нравятся, да, но вот мужчина, который вам именно нравится. Вы видите его и подходите к нему знакомиться. Что вы при этом чувствуете? Все ли хорошо у вас? Как вы себя чувствуете? Мысленно представьте эту ситуацию, прям проиграйте ее в голове. Угу. Вот это сердцебиение до тех пор, пока он не ответит. Так. После того, как ответил, все проходит. Все а после идет. Этого как? После этого как себя чувствуете, когда он ответил? Нормально, спокойно, с улыбкой. То есть можете довольно. Познакомиться, продолжить беседу? Угу, да. Отлично. Как закрепляем такое состояние? Нравится вам? Закрепляем. Как называется женщина с таким состоянием? Классная. Как еще раз? Классная женщина. Классная. А что она ну, умеет? Да, это классная женщина. Она умеет знакомиться еще с людьми вокруг себя, и не только с мужчинами. Ну, в общем-то, с женщинами проблемы не было. Угу. Она умеет получать удовольствие от знакомств. Отлично. С мужчинами. И она умеет дарить удовольствие при знакомстве с мужчинами. Отлично. Ну, какой срок закрепляем? До конца этой жизни. Отлично. Тогда положите руку на себе на грудь и направьте внутрь себя намерение. То я закрепляю это состояние классной женщины, которая умеет знакомиться с людьми, не только с женщинами, но и с мужчинами, которая умеет получать удовольствие, которая умеет дарить удовольствие. Закрепляйте это состояние сроком до конца этой моей земной жизни, начиная с данного момента. И через ладонь внутрь себя направьте большой-большой поток благодарности. В первую очередь себе любимый. Своему бессознательному. Вот этой девочке, которую мы вернули. Очень поблагодарите ее. Своим родителям, своему роду. Господу Богу Творцу, если верите. Ангелу-хранителю, если верите. Миру. Вселенной. Скажите, я выбираю жить, исходя из этого моего нового состояния. Когда закончите, глубоко вдохните, медленно выдохните, возвращайтесь назад с красивой улыбкой и отличным настроением. Большое спасибо. Пожалуйста, я предупреждаю вас о космических проверках. То, что надо будет знакомиться, вспоминайте вот это состояние, уверенный, который умеет дарить удовольствие. И подходите, знакомьтесь, вы найдете свою любовь. Всего вам хорошего, до свидания. И снова всем здравствуйте.